Ну что ж, пойдем. Окажется. Да. Знаете, ребята, я первый раз на колокольне, если честно. Почти пришли. На лес, на где-то вдалеке купола, или как там вот в огороде Люська огурцы убирает на зиму. Вы не поверите, что сделала Анечка сейчас. Она в ответ сделала мне предложение. Я, конечно, согласился. Вот, так что можете нас поздравить. Собака какает на газон. Продолжает это делать? Очень настойчивый собака какает на газон. Вот честно, ребят, никогда не знала, что вечер как-то пахнет по-особенному. Но вот Денис открывает для меня какие-то новые парфюмерные знания. Суздаль садятся инопланетяне. Именно они оставляют подобного рода рисунки строгой геометрической формы. Пам-пам-пам! А что вы будете делать, если на вас нападет инопланетянин? Что вы будете делать, если они будут ставить над вами эксперименты? Что вы будете делать, когда вы увидите перед собой инопланетное существо? Оставайтесь с нами, и вы узнаете. I'm alone without your love.
Друзья, я думаю, что пора заканчивать и ехать обратно в Владимир. Ты какая? Ты как Аня? Я как Аня, я уже поняла. Это меня будет преследовать всю мою жизнь. Мои друзья иногда шутят, говорят, как Ань. Но вам так делать нельзя. Так зачем ты это говоришь в камеру? Все так будут сделать специально. Суздаль, спасибо. Суздаль, пока.